Доброе утро, друзья! 5 марта 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День Ак-Колпака, национальный головной убор в Кыргызстане, День работника судебной системы Кыргызстана, День физической культуры и спорта в Азербайджане, Мардигра, жирный вторник, Международный день блина, праздник Спента Армаити в зороастрийском календаре, День Катыша в народном календаре. Знаменательное событие. В 1770 году Бостонская бойня, расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне. В 1868 году в Англии запатентован степлер. В 1940 году образовано самолетостроительное ОКБ Сухого. В 1946 году Уинстон Черчилль назвал линию раздела Европы железным занавесом. В 1960 году фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, героический партизан, которая разошлась по всему миру. Родились в этот день в 1871 году Роза Люксембург, немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения. В 1938 году родился Фред Уильямсон, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер. В 1949 году Талгат Нигматуллин, советский актер и каскадер. В 1961 году родилась Елена Яковлева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. В 1974 году Ева Мендес, американская актриса. Этот день по лунному календарю. Сегодня до 7 часов 15 минут по московскому времени деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. Получите заряд бодрости на долгое время вперед. После 7 часов 15 минут важно позаботиться о надежной защите от сложных энергий дня. Хорошо, чтобы во всем доме ярко горел свет и не было ни одного темного угла. Кроме электричества, зажгите побольше свечей, лучше церковных. Рекомендуется жечь лампады, окуривать помещение багульником. В любом случае, мутных вод, темноты и темных помещений надо стремиться избегать. Рекомендуется ограничить себя в еде, воздержаться от секса. Надо гнать от себя назойливых и пустых людей, которые так и лезут в душу. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и темную энергетику. Вот такой он 5 марта 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!